Картошка сейчас еще будет. А некоторые специально режут. Пророчество. В этих наручниках вас поедут. Ну здорово показывают. А то мы еще это раз смотрели. Мам. Нет. Почему? Детям нельзя. Почему? Все, да? Ну что, надо это набрать. Такая у нас картофельная рассада. Сегодня 19 июня. 19 июня, только еще сажаем. Ну как? Надо учиться. Мне помогали. Ой, смотрите как. Ну-ка, гляди. Поезд заправь, иди помогай. Если Бог даст, конечно. Не все у нас проверяют, да? Качество. Смотри, как картошку сажают. Учись. Это, браток, сгодится тебе. О. Ой-ой-ой, подождите. Тут она взорвать тут больно. Да. Не, надо одну. Чё ты балуешься? Ловлю её. Ты что делаешь? Зачем закрыл? А что делаешь? По камере стукну. Ну как это? Нельзя. Все, иди. Крапиву. Там пахнули запись идет. Это, на, вместе брось в одну луночку. Вот сюда брось. Вот. Иди. Раз пошло дело-то, Господи, дай, чтобы выросло. Давай вот туда. Вон туда, в ямочку. Вон туда еще кинь. О, молодец, подожди, Володя, я туда дам. Любую ямку. Ну да. Почему это приближается? А? Ну дай, вон ту ямку. Опа. А ты не город. На, вот сюда вот прямо, вот в эту ямку. О! Ух ты. Куда она сразу? Вон туда сейчас выкопает он. Подожди-ка. Придете зимой картошку есть у нас. Мама. Если вырастет. На, хватайте две вместе, бери.
Так за ней еще ухаживать надо. Так, сейчас еще надо. Держите вот это вот две вместе. Второй рукой бери. В одну ямочку, вон ту. Ну, куда ты идешь? Ну, кидай, ладно, тут синий. Ну, хорошо, все. На этом конец. Благодарим. Все, слава Богу.